Приветствую всех зрителей BJJ Freaks. Я Эльдар Саидов, и сейчас я вам продемонстрирую одну из тех техник, которые я чаще всего применяю. Я считаю ее эффективной, потому что когда я делаю классическое беримболо и что-то идет не так, соперник начинает защищаться, я не думая перехожу на это техническое действие. Это переход в лег-драг с беримболо. Так, начнем. Начнем с самого начала, как начинается схватка, как мы пулим гард. Мы делаем классический базовый гард пул. Это берем соперника, желательно взять в локтевом изгибе, вот такой вот захват гей. Далее моя нога идет в одноименную сторону, где я держу отворот своего соперника и ухожу в бок, как бы скатываясь и тем самым выводя эту ногу. Даже если она будет сзади, то есть постановка ног будет различаться, я все равно ее выведу туда, где мне нужно, для хука доларио последующего. То есть поставлю. Бум. Я максимально сильно стараюсь закрутиться в этом движении, чтобы эта нога точно была в том месте, где мне нужно. Обратным движением, обратным оттуда я беру хук доларио. После ухожу в захват ноги, отталкиваю от себя, и когда соперник начинает идти обратно на меня, я его сваливаю вниз. Бум. После этого действия я спокойно могу закручиваться на беримболо. Обычно в этой ситуации я беру пояс, однако можно остаться и с захватом на отвороте. Ухожу на беримболо. И в этой ситуации, когда я в позиции инверта, и соперник начинает защищаться, я беру вторую ногу и блокирую ту ногу, в которой был хук доларио, вот таким вот образом. Тут много технических действий, однако самая доступная и простая – это выход в лег-дрэг. Я падаю на свою спину, уводя ногу в эту сторону. Далее я преподношу вторую ногу рядом со второй. Бум. Эта рука уходит на отворот, и я встаю, но в то же время сохраняя вот эту плотность в позиции лег-дрэг. Локоть закапывается максимально глубоко, чтобы мой соперник не мог защищаться креветкой, то есть выходом. Я должен заблокировать эту часть его бедра, чтобы у него не было возможности повернуться в мою сторону. Дальше я спокойно либо же делаю техники и самого лег-драга, либо же выхожу в боковой контроль.